Привет, мы сегодня с вами выучим одно базовое движение регетона. Делать мы его будем бедрами. Мы будем рисовать большой круг бедрами вниз. Есть четыре точки. Центр, слева, по центру вниз и справа. Теперь мы его соединяем. Мы делаем и раз, и два, и три, и четыре. Заметьте, что колени смотрят по бокам, в разные стороны смотрят. Мы делаем небольшой акцент, когда садимся. Мы делаем раз, и два, и три, и четыре. И еще мы добавляем одну маленькую деталь, это ножка. Мы начинаем считать пяточкой ритм. Раз, и два, и три, и четыре. Вы можете добавлять ручки. Так. Или можете делать из него передвижение. Но все остальное я вам покажу на тренировке. Приходите к нам на курс «Регетон с нуля».